Ну а получатели социальных выплат в первые дни Нового года узнали пренеприятнейшую новость. В одном из почтовых отделений Новосибирска появилось объявление о том, что денег для льготников просто нет. Естественно, информация сразу очутилась в социальных сетях и вызвала немалый переполох. Однако все оказалось не так критично. Ситуация под контролем областных властей. В первый рабочий день губернатор провел совещание, единственной темой которого стали социальные выплаты. Меры приняты жесткие, вплоть до заморозки зарплат областным чиновникам. Деньги уже перечислены в Министерство социального развития. Все задолженности, а также пособия за январь будут получены до конца текущего месяца. В ГУП у нас Почта России заявляла, что и объявление, кстати, во многих филиалах такие сделанные, вывешены на табличке. Вот я даже взял дословно, здесь уважаемые получатели социальных пособий в связи с недофинансированием денежных средств, перечисляются там льготники, которые должны получать выплаты, не будут проводиться. Но это недостоверная информация, на сегодня все деньги поступили, денежные средства в сумме 1 миллиард 405 миллионов, они уже поступили на счета в районы и городские округа. То есть муниципалитеты эти деньги получают. Я буквально сейчас разговаривал с руководителями отделов пособий районов. Реально уже вот Машкова, буквально Орехова Татьяна Алексеевна доложила, они эти деньги уже видят.